Ермаков, на выход! Лицом к стене. Где мы можем поговорить? Но обнять-то тебя можно. А не боишься врага народа обнимать? Да иди ты. Попрощаться пришел. Для тебя есть задание. Еще раз напоминаю, это твой единственный шанс. Линия фронта проходит здесь. Установка оставлена в районе деревни Выселки. Задание особой государственной важности. Необходимо сделать все возможное, чтобы установка не досталась врагу. В случае успеха ваш приговор будет пересмотрен. Товарищ генерал. Да. Мне нужны разведчики. Серьезные и опытные. Иначе мы задание не выполним. Нет у нас кадров. Потеряли многих. Остальные на фронте, либо сам знаешь где. Это надежные ребята. Сколько времени на подготовку? Не более 2 суток. Капитан? Понизили в звании. Партбилет? Ну что же за миномет такой? Секретная разработка. Мощная пусковая установка на грузовом автомобиле. Делают на заводе имени Коминтерна. 14 июля был первый залп, подрудней. Площадь поражения огромная. Как он туда попал? Сейчас узнаешь. Артиллерист? Никак нет, шофер я. По инструкции вы должны были уничтожить установку. Командир убил его. Взрыватель у него был, а я машину в озеро загнал. Заряды под сиденьем остались. Плавать я не умею. Вину признаю. Готов понести наказание. Опыт прыжков с парашютом был? Никак нет. Стрелковая подготовка? Асавиахим, армейская, как у всех. Участие в спортивных соревнованиях? Говорю же, шофер я. С баранкой воюю. Сержант! Уведите заключенного. Руки за спину. На выход.
Подождите, боец. Да. А вы место, где установку оставили, показать сможете? С закрытыми глазами отыщу. Переводите в группу. С завтрашнего дня начинаем подготовку. Раз, раз, два, три. Раз, 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 два, три. Раз, раз, держим, держим шаг. Белоус, Галиев, лохвостблок. Остальные на склад. Слушаюсь. Гляди-ка, на час, кажись, приехал. Иди, Витя, картошка ждет. Здравия желаю. Здравия желаю. Капитан Ермаков. Старшина Гнатюк, добро пожаловать. Галиев, курсант высшей школы НКВД. Офицерское пятиборье, плавание, бег, стрельба, метание гранаты, верховая езда. Командир группы, Инициативен. Его подразделение самое результативное на сегодняшний день. Не отстаем! Кто еще? Белоус. Закончил Московский институт физкультуры. Мастер спорта по боевому самбо. Ученик самого Спиридонова. Второе место на всесоюзных соревнованиях 1937 года. Дальше. Кныш. Боксер, мастер спорта, самый выносливый из всех. Мгновенная реакция. Пушечный удар с обеих рук. Белоус, пошел! Иванов! Белоус, работай! Хорошо. Алтынов. Лыжник, охотник. В лесу очень хорошо ориентируется. Победитель армейских соревнований по военному ориентированию на местности. Рация кто-нибудь владеет? Подготовку имеют все, лучше всех Киракосов. Не спортсмен. Курсант политехникума водных путей сообщений из Ростова. Работает с шифродокументами на радиостанциях «Север» и «Север-ПИС». Курсант Киракосов передачу закончил. Еще мне понадобится снайпер. Субботина. Мастер спорта по стрельбе из лука. Студентка юридического факультета университета. Я слышал, что в таком десанте, как ваш, за первые сутки до 80% погибает. И еще мне понадобится переводчик. Вот такие мне нужны. Товарищ капитан, это редкий экземпляр. Так и в Москве есть полдюжины, и то не наберем. Товарищ капитан, гражданин Полторацкий доставлен. Кирилл Андреевич, вы извините за спешку. Ермаков. Вы ведь раньше в кукольном театре работали? Многие годы, да. Сможете такой манекен привести в человеческий вид? Конечно. Разрешите? Да. Вы Ермаков? Так точно. Анна Райнер, я ваш переводчик. Вероятно, это какая-то ошибка. Все верно. Вот мои документы.
Вас что-то не устраивает? Так точно. То, что я немка? Никак нет. Я могу идти? Идите. До свидания. Ну что? Ему нужен другой переводчик. Подожди. Вы же просили переводчицу. Кандидатура одобрена, проверена. Разрешение подписано самим. Я просил человека с боевым опытом, а не... Вы документы ее посмотрите. Она нашим спортсменам 100 очков вперед даст. Во, немка дает. Ага. Субботина стоять. Сяврис и Каракосов где? Вперед. Есть. Киракос, может, на речку, а? Может, и на речку. Оба убиты. Если устраиваете привал, смотрите в разные стороны. Нападение, как правило, происходит со спины. И приказа привал, кстати, не было. Бегом! Марш! Ага. Через 2 часа общий сбор в лагере. Товарищ Алтынов, с этого момента вы являетесь бойцом группы особого назначения. Группа создана для заброса в тыл врага и выполнения заданий особой важности. Командую группой я, капитан Ермаков. Группа имеет основную и организационную задачу. Это значит, что после выполнения основного задания группа не возвращается, а остается в тылу. И является основой для создания боевого партизанского отряда. Вопросы есть? Никак нет. Свободны. Пароль для опознавания, цифра 100. Поясняю. Называю, например, цифру 30. В ответ должен услышать другую цифру, которая в сумме дает 100. Это понятно? Райнер? 70. Кныш, 1. 99. А ну, попрыгай. Переуложить. Есть. Ремень подтянуть. Равняйсь! Смирно! Группа, слушай боевой приказ. Группа «Агат» в составе 8 человек, командир группы, лейтенант государственной безопасности Ермаков. Я. Имеет задачу десантироваться в тыл противника в квадрат 2314. Выйти в район населенного пункта Выселки. Обнаружить установку БМ-13 и уничтожить ее путем подрыва, либо другим возможным способом. После выполнения основного задания возвращение группы не предусмотрено. Группа остается в тылу врага. Генерал-майор Сухотин. Вольно. Вольно. Приказ понятен? Так точно.
Приготовиться! Приготовились! Держи! Пошли потихонечку! Давай! Давай! Пошел! Давай! Пошел! Давай! Тревога! Подъем! В ружье! Давай, давай! Быстрее! Выйти из машин. Давай, давай, шевелись. Рассредоточиться. Вперед. А у вас что? Тоже чучело, господин майор. Русским теперь хватает сил только нервы нам трепать. На большее они уже не способны. За 2 месяца восточной кампании в пленных сдалось столько, что, видимо, в Москве народу больше не осталось. Можете возвращаться в казармы, Вогель. Господин майор, разрешите еще раз прочесать сектор. Если есть желание. Удачи, Вогель. Пятьдесят. Пятьдесят. Семьдесят. Тридцать. Вы как? В порядке. А это что? Сбросили перед нашей высадкой, чтобы немцев отвлечь. Ребята с вами? Кныш Алтынов ищет ПДММ. Значит так, до места, где затоплен миномет, 5 километров через лес. До точки сбора 3 километра. Когда мы выпрыгивали, ветер был юго-западный.
значит, вторую группу отнесло в пятый квадрат. Все лишнее замаскировать. Готовность к маршу 5 минут. Выдвигаемся на точку сбора. Абзицен! Абзицен! Выйти из машин! Шевелись! Шевелись! Лос! Лос! Давай, давай! Рассредоточиться! Шевелитесь! Будьте внимательны! Вперед! Сорок! Руслан, это я! Отвечай по правилам! 40! 60! Иди лучше помоги! Вас двое? Нет. Кто? Сяврис. Жив? Вроде очухался. Угу. Белоус, подсади. Давай. Ну чё? Давай, давай. Не, не достать отсюда. Сяврис, доставай нож. Зачем? Режь стропы. Давай, стропы режь. Немцы идут. Снимайте его скорее. Уходим. Сяврис, быстрее. Режь. Скорей. Рука! Да, что? Как ты? Жив? Не знаю. Не знаю. Ладно, уходите, я вас прикрою. Хорошо. Вставай. Оставить Блаус. Держи. В бой нам вступать нельзя. Живыми тогда не уйдем. Я их уведу. Ну, идите. Господин обер-лейтенант, мы кое-что нашли. Здесь русский парашют. Диверсанты есть? Парашютист не обнаружен. Снимайте парашют. За мной. Оцепить район. Чучело нашли? Нет. И не найдете. Что-нибудь нашли? Ничего. Как ничего? А следы на песке? Живо на тот берег. Переправляйтесь на тот берег и ищите их там. Deutschland, Deutschland. Über alles. Über.
Хёцу. Слышите? Wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält. Kommt! Пошли! Kommt! Von dir maß bis an die Memel, von пойдем. Кажется, очнулась. Hören Sie mich? Вы меня слышите? Лейтенант. Господин обер-лейтенант. Только сохраните жизнь. Я вам все расскажу. Я расскажу все. Двадцать. Это опять манекен! Субботин, возьмите радиостанцию. Субботина. Парашют замотайте, землю присыпьте и ветками закидайте. Отставить слезы. Закройте. Здесь первое место сбора. Кныш? Я. Остаетесь ждать группу? Субботин и Алтынов за мной. Есть.
Он главное мне. Выходит из мозга. 99! Оружие положи! Положи оружие! Тихо, 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 парень. Тихо, парень. Я сказал, оружие положи. Тихо. Стоять! Вот это место, господин капитан. Прошу вас. Господин капитан. Это она. Думаю, Минц, вас ожидает награда. Служу Великой Германии. Ваша задача — подготовиться на станции к транспортировке орудия. Платформа вагона должна быть максимально закрытой. Приготовьте маскировочную сеть. Выставите оцепление. Все необходимое для погрузки должно быть подготовлено. Все понятно? Так точно, господин капитан. Это еще что такое? Евреев везут в гетто в Любавичи. Освободите дорогу. В сторону, к обочине, живо. В сторону, к обочине. Прочь с дороги. Эй, ты, с ума сошел? Стреляйте в него. Не стрелять. Поле заминировано. Они убегают. Я же сказал не стрелять. Сейчас взорвутся. Быстрее. Бежим! О, гляди ты, фрайрок-то наш хвостом зашевелил. Как зваться будем, а? Ты трахоматозный. Тебе вопрос поставлю. Федор. Ну что ж ты, Федя? Бобиком у немцев, а? В смысле? В полицаях ходишь? Нет. А карабин откуда?
У медведя в берлоге отшмонал. Но! Нет. Но мотивируй тогда. Ферзь, разреши гаду галстук надеть. От кадыка до ярлыка. Я боец Красной Армии. О, гляди, сержант. Выходит, из твоей дивизии однополчанин. Да какой он к черту окруженец? Рожа вон сытая. Да и брился только вчера. Да хватит уши шлифовать! Бобик он! А с бобиками, Федя, у нас тариф прописью. Мы их живыми хороним. Гнус, слыхал? Приговор окончательный. Обжалование не подлежит. Бахилы как влитые, а? В самый цвет. Ферзь, а дай нательник с него снять, а? Какой ты зоркий, сержант. Я тебя тут, суку, за дезертира держу, а ты у нас, оказывается, мародер. Все, харе, поместится. Он у нас фрейрок вежливый, сам коленки подогнет. Давай заканчиваем. Мужики, вы что? Давай, чё? Боец я Красной свой, Армии! Мужики! Я свой! Я свой! Свой, давай! Постойте! Перестаньте! Я свой! Вы что творите, мужики? Я русский! Я не окружение! Не полицай! Я разведчик! Из Москвы! Заброшен сегодня ночью! Слыхал? Новая загогулина. Да это правда. Правда, сами проверьте. В воротнике зашито. Гнус, погоди, Гнус, погоди. А ну, глянь. А ну, дай сюда. И много вас тут таких разведчиков напрыгало? Хватает. С чего кипишь? В смысле? С какой целью заброшен? Не знаю. Честно, не знаю. Сказали, на месте объявят. Вполне может быть. Тут я гляжу, что у него сидр с горкой отрамбован. Концентрат балясина, сплошной витамин. Значит так. С нами пойдешь. Сержант, смотришь за ним. Гнус, пулемет. Давай, потопали. Встать! Ферзь, лишний хавальник нам? Да пусть. Похоже, в этом лесу и покрупнее зверь, чем кабан водится. А прикрышка? Обувайся. Она не только горшку с маслом нужна. Вас только двое? Двое с половиной. Идти сможете? Смогу. Отдохнул уже маленько. Товарищ капитан, разрешите доложить? Слушаю. Райнер. Похоже, убили ее. В этом районе сброшен десант. В каком количестве? 80 человек. Вооружение у них какое? Автоматы и ружья противотанковые. Планируется организовать несколько партизанских отрядов. Вас какой целью забросили? Собрать подробную информацию о подразделениях противника в этом районе. Зачем вы вышли к нашим солдатам?
Я очень хочу вернуться на родину. Почему мы должны вам верить? Я чистокровная немка. Родилась в Мюнхене. Мы с вами земляки. К сожалению, я давно не была в родном городе. Отец был инженер. Мосты русским строил. В 39-м у меня расстреляли всю семью. Друг отца помог сделать новые документы. Когда началась война, я стала искать любые способы попасть за линию фронта. Как я и предполагал, господин майор, речь идет о человеческом десанте. В квадрате 14 находится около 80 человек. Вогель, назначаю вас старшим. Берите все подразделения и начинайте облаву, чтобы ни один не ушел. Слушаюсь. За что гнусом-то тебя прозвали? Мошкин фамилия, вот и прицепилась. А скажи, Мошкин, правда бы меня закопал? Еще как. Война, значит, воюем. Да тебя двоих зарыли. А Ферст-то? За что он немцев не взлюбил? Вор он. Воров немцы без суда стреляют. Иди давай. Товарищ командир, вон, смотрите, и ветки разбросаны. Может, напутал чего, а? БТРом отбуксировали. Отсюда у них один путь. До деревни Выселки. Пойдем напрямую через лес. За мной.
как же, Кныш? Может, я схожу за ним? Отставить Субботина, вы мне здесь нужны. Ну, а дальше что? Дали мы два залпа подрудней. Мощь такая, вой, грохот, огонь до неба. Такого шороху наделали. Потом приказ отступать. А до нас мехкорпус проходил. Так дорогу так разворотил. В общем, завязли мы. Тут узнаем, в окружение попали. Приказ миномет подорвать. Но приступили. Мой последний остался. А тут мессеры как налетели, и давай по головам ходить. Всех положила. И командира расчета тоже. Ну, а ты? Я за баранку и по газам. А они за мной. И утюжат, и утюжат. Не помню, как в озеро попал. Помню только, что кабина под воду стала уходить. А взрывчатка под сиденьем осталась. Чего ж ты не достал-то ее, а? Плавать я не умею. С детства воды боюсь. А что за миномет такой? Катюша называется. Почему Катюша? Там на корпусе буква К выбита. Воронежский завод имени Коминтерна. Так вот, ребята и начали. Кто Кира назовет, то Клавой. А потом решили, что... Нет, что Катюша она, как в песне. Товарищ капитан, это и есть та самая установка. Она. Пора действовать. Надо торопиться. Наверняка на станцию повезут. Больше некуда. Господин капитан, я проверю мост. Хорошо. Всем внимание. Слушайте сюда. Судя по всему, миномет будут отправлять на железнодорожную станцию. По этой дороге. Через мост. А засаду на дороге устраиваем? У них бронемашина. Минировать будем. Бронемашину пропускаем, миномет взрываем. Минировать будет двое человек. Субботина и Галиев. Галиев, ко мне. Берите взрывчатку. Субботина, смотрите. Минировать лучше всего вот на этом участке. Здесь дорога делает поворот. Понятно? Угу. Это километра два отсюда. Ручей перейдете выше по течению. Все ясно? Так точно. Так точно. Исполнять. Есть. Есть. За мной. Буксировки готовятся. Еще бы минут 10. Черт, не успеют. Давай живее. Задержать бы. А как? Слышал? Артур! Лосер! Это кто?
За мной. Всем в укрытие. Огонь. Заходи слева. Кати назад. Чисто. Это здесь. Давай я. Прикрывай. Ага. Закладываю. Помоги. Взрыватель. Как думаешь, с ними все в порядке? Я уверен, там все нормально. Мотоцикл? Отходим. Быстрее. Прячься! Иди сюда. Ну ты как?
Надо было мне с мамой в эвакуацию. Двадцать! 80! Что случилось? Что за немцы? А? Это она их. Что у вас? Вступили в бой, потери нет. Они начали буксировку, вы бы не успели заминировать. Пора на связь с Москвой выходить, Субботину нужно. Викуш. Вик. Ну, посмотри на меня. Вика. Ну, посмотри. Вот, молодец. Давай, давай, вставай ты. Давай, 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 вставай. Вот, молодец. Нет, не туда, вон туда. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Вот, это немецкий. Может, там что важное? Ага. Господин капитан, тягач прибудет только к вечеру, а больше отбуксировать нечем. Весь транспорт реквизирован для фронта. Черт знает, что у вас здесь творится. Господин капитан, что там еще? Тротил, без взрывателя. Не опасно. Посмотрим. Так. Прикажите своим людям, чтобы проверили, не заминирован ли мост и подъезды к нему. Тут, я вижу, всего можно ждать. А установку до вечера спрятать в надежном месте. Чтобы ни одна собака добраться не могла. Слушаюсь. Пошел. Ключ для амбар. От амбара? Я. Да. У нас же там пункт заготовительный. У нас же там все. У нас там и пенька, и деготь, и мед в бочонках. А не дай бог, что пропадет. Вы же меня потом за недостачу повесите. Господин фельдфебель, может проучить его? На! Осторожно, осторожно. Давай, давай. Давайте, взяли, взяли. Аккуратнее. Отлично. Хорошо. Господин капитан, в этот амбар не проникнут даже мыши. Yeah, good. Что ж, хорошо. Супчику желательно. Слышь, Шабай? Сейчас сообразим. Сержант, на разведку узду накинь. Угу. Гнус. Сидеть. Правда из Москвы? Правда. Ну скажи, что там наши терятся? Когда наступать начнем? Начнешь тут с такими вояками, как ты. А что я? Я, между прочим, форму не скидывал. И личное оружие, и карточка солдатская. При мне. Понял? А этот сержант? Каких войск-то? Да какой он сержант? Крыса штабная. А этот? А этот? В прислужниках у Ферзя ходит. Ну, а это ферзь. Орка каких еще поискать? Я не понял, где вода? Живей.
Шутить не советую. Тут до трех считать никто не будет. Кто там? А ну-ка, вылезай. Вылезай. В телегу. Быстро. Пошли, пошли, пошли. В дом быстро. Здравствуйте. Господи, тощая-то какая. Давай ешь, ешь. Она не тощая, у нее режим, как всех балерин. Откуда ж вы такие будете? Мы из Ленинграда. А как здесь оказались? Мы к бабушке с дедушкой приехали. На каникулы в Быстровку. А тут война началась. А бабушка с дедушкой где? Их закололи штыками во дворе дома. Господи помилуй. Нас с обозом увезли. А у вас немцев нет? У нас в деревне нет. Они в выселках стоят. А к нам за все это время два раза только приезжали. Вон поросят переловили и больше не появлялись. Нам теперь не только немцев надо бояться. Своих уже фашистов стали. Ну, весь народ огульно винить тоже нельзя. Люди что, им приказ зачитан. С евреями не разговаривать. Не здороваться, в дом не пускать, ничего не продавать. Иначе расстрел. А как же вы? А что мы? Если все приказы, которые пишутся, исполнять, двух жизней не хватит. Ты вот что, девенька, ты эту лоскутку-то срежь? Да вы что? Нельзя же. Узнают на месте смертная казнь. Спокойно все.
Пошли. Тихо. Чего? Смотри, не как партизаны или бандиты. Открывай! Шабай, отвали. Здорово, тетя. Давай, хозяйка, гостей встречай. Быстро, быстро. Хлеб, сало, соль, спички, шились. Так, что тут у нас? Да все уж забыли. Ага. Уже. О, так. Ага. На, бери. Давай. О, вот это я понимаю. Лучок, яички. Вечер добрый, хозяин. Да ты не бойся, не бойся. Ну что ты там все ищешь? Да отстань! Табачка бойцам отсыпь, и все ладом будет. Вот, припрятала-то где старуха. Ты посмотри. Так. Нет там ничего. Отвянь. Знатная мажуха. Не перхоть с плеч. Похвально. Да что ж ты делаешь? Да что ж ты делаешь? Ты спирт тащи, самогон, кишки прогреть быстро! Да нет ничего у меня спиртного. Так и нету. Нет, не гоним. Да хватит уши шлифовать, неси! Вот значит, как вы воюете. Заткнись. Вот так, сучий закуток. Опа-на! Живем, братва! А говорил, не гонишь попевок притяжь. Скипидар это! Ну кто ж его пьет? Для лаков, для красок. Кустаришь? Столяр я. Вот у солдата твоего приклад у винтовки. Треснул? Прикажи, чтоб дал. Я в момент исправлю. Опа-на, пацана. Кто это у нас? А ну давай вылазим. Давай, давай, давай. Лёва. Давай. Не стесняемся, тут все свои. Племянники мои из выселок. Евреев прячешь? Племянники. Ну что ж, почетная тебе за это грамота. Как звать? Лариса. Это брат мой. Сколько лет брату? 12 скоро. Ну что ж, слушай мою команду. Зачисляю вас к себе в отряд. Вместе партизанить будем. Пошли. Давай, пошли, пошли. Давай, давай. Красавица. Пошел. Так точно, виноват. И вины с себя не снимаю. Ошибочно предполагал, что сосредоточение русского десанта... Мне плевать, что вы там предполагали, Вогель. Все это вы будете рассказывать своим внукам в старости. А сейчас я требую от вас действий. 80 диверсантов в полном вооружении находятся у вас под боком. Час назад было совершено нападение на гарнизон возле выселок. Если подтвердится, что это те, кого вы упустили, то честно скажу, Вогель, мне бы совсем не хотелось оказаться на вашем месте. Господин майор, диверсанты рано или поздно выйдут на связь. Если немедленно организовать прослушивание эфира, то обнаружить их местонахождение не составит никакого труда. А то без вас никто об этом не подумал.
Вы поучите меня еще, как сапоги чистить. Виноват, господин майор. Займитесь вплотную вашей парашютисткой. Вы можете идти. Слушаюсь. О, Вогель! Вогель, у нас еще куча времени. Пойдемте в буфет, выпьем кофе. У меня нет времени. По машинам. Вогель! Хорошей охоты! Соедините меня с начальником пеленгационной службы. Срочно! Стой! На, Вогель! Ну что, Вогель, подстрелили кого-нибудь? А вы? Вы кого-нибудь нашли? Да, конечно. Есть тут у нас один. Партизан. Хотите этого фрица, которого Субботина подстрелила, детишки были. Аж двое. Гляньте, какие. Положи на место. Потерял. Какие часы? Субботина, готовы? Готова. Шифруйте. 17-3. Отряд находится в запланированном месте и продолжает вести активные поиски. Товарищ генерал, группа Ермакова вышла на связь. Господин лейтенант, это русские сигналы. Эффективен, боеспособен, любой ценой. Поставленная вами задача будет выполнена. Оставленный на захваченной врагами территории миномет будет уничтожен. Командир отряда, капитан Ермаков. Точка. Есть данные со второй пеленгационной машины? Подтверждается, что диверсанты в 7-м квадрате. Координаты для бомбардировки готовы. В указанном вами квадрате диверсанты не обнаружены. Не может быть. Не понимаю. Я рассказала все, что знаю.
Тут может быть только одно. Перед выброской меня умышленно ввели в заблуждение. Я вообще-то чувствовала это. Мне не доверяли. Поэтому и обманули. Только что нами обнаружен русский передатчик в 7-м квадрате, возле выселок. Сколько с тобой прыгало людей? И с какой целью, сволочь? Сколько с тобой прыгало людей? Где был назначен пункт сбора? Отвечай, дрянь! Где был назначен пункт сбора? Господин майор. На связи господин Швененбург. Я вас отстраняю. Передайте командование Леману. Хай Гитлер, господин Швененбург. Господин майор. Я убежден, что целью атаки диверсантов было уничтожение захваченной мною многоствольной секретной установки, которую так ждет в Берлине наше командование. Если русские предпримут повторное нападение, я не знаю, хватит ли у нас сил. Не беспокойтесь. К вам будет направлен истребительный батальон под командованием лейтенанта Лемана. Он будет у вас через несколько часов. Хочу сообщить вам, что в 7-м квадрате возле вас обнаружен вражеский передатчик. Мною, по согласованию с командованием, уже вызвана туда для удара авиация. Благодарю вас, господин майор. Здесь хороший лес. Мошки мало. Только зверя нет. Сисингалы? А ты откуда будешь родом? С Алтая я. Казах. Далековато. А я вот из-под Путивля. Украинец? Нет, горюн я. Кто? Народность такая. Вот, всю жизнь я горюю. А теперь война эта. Будь она неладна. Война скоро кончится. Это вам так дома казалось. А мы, когда из окружения выходили, 2 недели шли, и все тыл. Отступили наши к самой Москве. Нет, ребятушки, это надолго. Значит, будем сражаться. Будем сражаться? Знаешь, сколько таких, как ты, в июне грузовиками на фронт возили? Тоже все. Песни пели веселые. Сражаться будем, победим. А их строем поставили и под танки. Немцев, батальон. А у нас рота необстрелянных. А мы потом с медсестрами по полю ходили и искали. Среди рук, ног, голов. Может, кто живой, может, кто дышит еще. Никого не нашли. Война она такая, а не как в фильме про Чапаева. Отставить Аврис. А что, командир? Пусть они знают. Слава, где болит? Нога. Чего? Нога. Ага. Так, так, тихо, тихо. Давай, давай, сапог сниму. Ага. Давай, 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 давай. Эй! Потихонечку. Вот так. Все хорошо. Нож. Так. 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 Вроде кость не задела. Как ты? Нормально, нормально, нормально. Вообще не больно.
Ничего, ничего, Славка. Не, нормально. Терплю, терплю. Все остальные целы? Целы. Так, сейчас. Алтынов, полейте. Бинт, давай. Прицельно по нам били. Видимо, засекли, когда мы на связь выходили. Передатчик цел? Цел. Алтынов, слушайте мой приказ. Берите рацию. Отправляйтесь вот в этот квадрат. Выходите на связь с Москвой каждые 2 часа. Задание ясно? Ясно. Исполнять. Слушаюсь. Субботина. Место, где оставили Кныша. Найти сможете? Так точно, товарищ капитан. На юго-запад идти. Да. 5-й квадрат. Исполнять. Слушаюсь. Белоус. Идти сможете? Смогу. Продолжать марш. Meine Hose nicht nass machen, weißt du? Los, du Weichheit. Du solltest in die Ballettschule in Berlin gehen und nicht in die Armee. Halt die Klappe, du Arschloch. Warte, einfach, ohne Eile. Ich bin doch der Angler. Na, wie geht's? Warte, warte, alles in Ordnung. Ja? Was? Siehst du? Ah. Пеленгационная. Засекли нас. Это вас бомбили? Ага. Все живы? Уходим. Надо как-то в деревню попасть. А? Языка взять. Кныш.
этот? Господин обер-лейтенант. Вот, обнаружили в казарме у солдата. Оставил себе как трофей. Нашел в квадрате, где найден парашют. Что нам делать с этим солдатом? Посадите под арест. Слушаюсь. Не можете ударить женщину, господин обер-лейтенант. Бросьте. Это война. Кто такой Белоус? Это ваш командир? Понятия не имею. Лжете. Лжете, что родные ваши в заложниках у русских. Лжете, что сами вы пошли в диверсанты против своей воли. Лжете, что не знаете, кто такой Белоус. Сам он говорит, что он вас очень хорошо знает. Да. Кстати, просил показать вам вот эти часы. И передать привет из выселок, чтобы вы понапрасну не упрямились. Нам также известна цель вашей выброски. Также известно, что вы не немка. Истинная арийка, Райнер, никогда не станет стрелять в своих и никогда не будет воевать против Великой Германии. Национал-социализм — это не Германия. Снова ложь. Именно национал-социализм накормил людей, дал им работу, вытащил из нищеты и унижения страну, лежавшую в руинах. Вернул немцам гордость и величие за себя и своих предков. Позволил жить с высоко поднятой головой. И воевать со всем миром. И снова ложь. С нами Италия, Япония, Финляндия. В наших рядах венгры, румыны, греки, словаки, чехи, испанцы, австрийцы, португальцы. А кто стоит за вами? Полудикая варварская орда. Анна. Нам от вас нужна только правда. Мы в силах спасти вам жизнь, если вы будете говорить правду. И эта правда нужна не мне. Она нужна тебе, Анна. Не теряйте времени, господин обер-лейтенант. Я замужем. Слав. Чернику будешь? Не, спасибо. Ну, смотри. До свадьбы заживет ничего. 40. 60. Как твоя нога? Давай помогу. Завтра на танцы пойдем. Да. Война это, будь она неладна. Не больно? Нет. Мы-то уже пожили. Детей родили. Можно помирать. 50. 50. Не туго? Нормально. Где Кныш? Вот. Нашла. Дезертировал. Да не мог он. Случилось что-то. Угу. Зачем же сразу на парня клеймо ставить? Может, беда какая? Отставить разговоры. Слушаюсь. Идти можете? Могу. Отлично. Дислоцируемся на место наблюдения за мостом. Субботина отставить. Замените Галиева, он мне понадобится. Слушаюсь. И вперед, времени мало. Двигаемся к мосту. За мной! Слав, держи.